На полях саммита Европейского политического сообщества провели встречу премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Евросовета Шарль Мишель. Стороны обсудили вопросы, касающиеся разблокирования региональной транспортной и экономической инфраструктуры, делимитации и обеспечения безопасности границ между двумя странами и необходимости соблюдения прав и безопасности народа Нагорного Карабаха.